Вообще, что такое массивы? Это определение школьное, из какой-то презентации, взятой мной с первой же Google картинки. Если дословно, то массив — это последовательность однотипных элементов, упорядоченных по индексам, определяющим положение элемента в массиве. То есть вот у нас есть индексы. Обычно они начинаются с нуля, но здесь, видимо, для простоты они начинаются с единицы. И есть значения, которые под этими индексами стоят. Условно, в этом массиве под индексом 2 стоит число 8, под индексом 6 стоит число 9, под индексом 9 стоит число 5. А какие есть примеры из реального мира? И вообще, как это чуть проще можно понять? Ну, например, у нас есть массив книг. Книги, которые стоят на полке, это вполне себе массив, и мы можем нумеровать их как 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Все эти книги, они уникальные, тем не менее, они все являются книгами, то есть они все однотипные. Мы ожидаем, что в них будут страницы, возможно, картинки, у них есть название, у них есть автор и так далее. Как мы это будем использовать? Вообще, для чего я вам это все буду рассказывать в этом модуле, мы будем это использовать как инвентарь. Сейчас я вам покажу, что такое структура, а потом вы поймете, в чем тут прикол. Структура, это я взял из JavaScript, заключается в следующем. У нас внутри структуры, внутри одной переменной, есть много других переменных. Имя, возраст, кто мать, кто дети, женат или нет, есть ли собака. Это все переменные разных типов. Там возраст — это integer, имя — это string, собака — это, ну, видимо, здесь должен быть вообще объект собаки. Married, женат или нет, это boolean и так далее. Теперь в чем идея, как мы будем это использовать? Мы создадим с вами структуру, которая будет являться одной ячейкой инвентаря. Название предмета, сколько он стоит, сколько он весит, сколько их может быть максимум и так далее. А потом мы создадим массив, то есть много таких ячеек. У нас получится строчка инвентаря или много строчек инвентаря, это уже как мы сделаем. И мы это будем использовать для того, чтобы мы могли... Условно, вот на этой картинке, вот эти две книжки поменять местами, и у них просто поменялись бы индексы, и все. То есть мы будем двигать эти элементы, менять эти элементы, какие-то переменные внутри них менять. Короче, вся идея в том, что у нас будет структура, в которой будет информация об элементе, который лежит в инвентаре. Ой, пузырек — это самая худшая сортировка. Причем она еще самая, ну не то чтобы самая сложная, она очень сложная, на мой взгляд, и я удивлен, почему ее в школе дают. Это общешкольная программа, если посмотреть документы, то сортировка пузырьком из-за того, что она самая долгая, видимо, решили, что значит она самая простая. Это очень странное заблуждение. Мы пока не будем делать сортировку, и я вообще не думаю, что мы будем делать сортировку, хотя она тривиальная. Но ладно. У вас сегодня уже будет задание на алгоритмы. Смотрите, сам массив — это структура данных. То есть это то, как у вас хранятся данные. Что, вот, например, у меня было число... Сейчас, ну, я сверху на всякий случай напишу. У меня было число 3215. Я записал его как массив из четырех элементов, в каждом из которых хранится его разряд. То есть 3000, 2 сотни, 10, 1 десяток и 5 единиц. Вот. На всякий случай индексы у этого массива 0, 1, 2, 3. Нумерация идет с нуля. Сейчас мы перейдем в Unreal, посмотрим, как там это все работает, какие есть ноды, как вы можете это использовать. И задание будет в том, чтобы в массиве найти минимальное число. Мы об этом поговорим чуть позже, пока что мы просто разберем, что это такое. Сегодня мы не будем работать со структурами, я их просто упомянул. И вообще, мы не то чтобы сейчас очень много обсудили про массивы, но я буду подходить к вам с ними в несколько заходов, чтобы сейчас вы посмотрели и офигели. В следующий раз, когда вы это увидели, вы уже сказали, что ну я что-то такое видел, это ужасно, но ладно. И с третьего раза, чтобы мы уже могли начать с ними работать. Я сейчас открыл просто персонажа, и в нем сейчас создам переменную массив. Вы можете тоже это делать, если хотите. И мы рассмотрим 6 основных нот и одно действие, которое с ними можно выполнять. Я создам новую переменную, назову ее numbers. Это будет массив чисел. Во-первых, тип переменной integer. В персонаже. Но создавать можно где угодно. Я назвал ее numbers, числа. Вот, тип у нее integer. И это наша обычная переменная, к которой мы привыкли. Если вы посмотрите, default value у нее обычное число. Все здорово. Теперь как из этого сделать массив? Вот здесь в variable type
если вы нажмете на вот эту капсулку, вам предложат 4 варианта, 3 помимо капсулы. И нас интересует вторая, она называется array, это по-английски массив, которая табличка такая 3 на 3. Вот, и теперь, если я нажму compile, вы увидите, что здесь в default value, вместо того, чтобы там было одно число, теперь написано numbers, zero array elements, что в массиве нет элементов. И вы можете нажать плюсик, у вас элементы добавятся. Соответственно, я сейчас добавил 5 элементов с индексами от 0 до 4, у них у всех значение 0. Я сейчас поставлю сюда какие-нибудь рандомные цифры. 5, 17, минус 2, 23, 48. Неважно, что я сюда пишу. Что? Ну, в ближайшие минут 15. Так, окей. Мы добавили 5 элементов. Сейчас автосейв. Теперь давайте попробуем какие-нибудь из них вывести, просто чтобы вы понимали, как с этим происходит обращение. У меня тут где-то был begin_play, я его возьму. И просто на begin_play буду делать print_string. Если вы сделаете get этой переменной, вы увидите, что теперь у нее вместо кружочка вот эта вот табличечка 3 на 3. И основная операция для получения переменной — это get. Get — это взять. И что он делает? Он из массива numbers берет элемент с индексом 0. Здесь циферка 0. То есть, по идее, что у меня получится — это пятерка. Потому что вот здесь, в массиве с индексом 0, у меня число 5. Значит, вот этот get вернет 5. Мы можем проверить. Я сделаю print string. Там есть два гета, get и copy и get и ref. Я вам советую использовать get и copy, чтобы вы ничего случайно не сломали. Я вам позже, наверное, когда-нибудь расскажу, в чем разница. Но пока что мы будем считать, что get и ref не существует. Copy. Ref. Нолик — это индекс. И в моем массиве под ноликом 5, я сейчас запущу, он мне написал 5. Поставлю индекс 1, запущу, он написал 17, 2, он написал минус 2. Потому что я поменял индексы, у меня под нулевым индексом число 5, под первым 17, под вторым минус 2. То есть в зависимости от того, какую вы сюда напишете чиселку, он вам выдаст соответствующее значение, значение, соответствующее этому индексу. Зачем? Мы сейчас делаем доступ к какому-то конкретному элементу. Но у нас может быть, например, инвентарь, в котором неизвестно сколько элементов. 5, 50, 70. Ты можешь пройти по всему этому массиву и найти что-то конкретное. Например, оружие или, скажем, еду или еще что-то. Пока что мы работаем с очень простыми примерами, с числами. Get дает вам конкретный индекс. Значение по конкретному индексу. Нода, которая добавляет элементы, по-моему, тут есть insert сейчас, да. Сейчас разберем три таких. Первое — это insert. Insert, если вы наведете, здесь у нее, она просит вам на вход два числа, ну, потому что у нас integer, поэтому два числа. Первое, если навести, пишет new item, то есть это новое значение, которое должно быть добавлено. А второе — это индекс, то есть под каким индексом оно должно быть добавлено. Вот. Ну, например, давайте попробуем добавить число под пятым индексом. Сейчас точно ничего не сломается, потому что у меня последний индекс 4. Я сейчас добавлю 5, и число положу туда 111. Begin play, insert. Я добавил число 111 пятым индексом. И тут же его сделаю get и попробую вывести. То есть я предполагаю, что сейчас у меня выведется 111. Потому что я добавил пятый индекс и беру пятый индекс. Окей, он выводит 111, все здорово. У меня сработало. Класс. Если вы здесь поставите 3, я попробую поставить индекс 3, потому что я вам сейчас хочу объяснить, что произойдет, если я вставлю туда, где уже есть элемент.
Я вставляю в третий индекс, беру третий индекс. Он все еще пишет 111, потому что что он делает? Это он берет этот массив, видит, что по третьим индексам уже есть элементы. Он увеличивает массив на 1, и все, что было с третьего и до последнего, сдвигает вниз и вставляет туда это число. То есть у меня будет идти 5, 17, минус 2, 111, 23, 48. То есть он все подвинет вниз и в третий индекс ставит 111. Почему у нас ничего не меняется? Здесь ничего не меняется, потому что мы, эти изменения происходят только в игре, и пока игра активна. Значения по умолчанию не меняются. Помимо insert, есть еще две ноды. Add и add unique. Ноды add и add unique добавляют элемент в самый конец массива. То есть всегда последним индексом. В моем случае у него будет индекс 5. Они будут запихивать его в конец. И add и add unique оба будут пытаться добавить элемент в конец. В чем разница? Add будет добавлять элемент всегда, какой бы вы туда ни передали. Add unique будет смотреть, если в массиве есть такой элемент, то она ничего не сделает. То есть если я сейчас, например, попытаюсь добавить 5, он увидит, что под индексом 0 такой элемент есть, и поэтому ничего не сделает. Add unique просто проигнорирует этот запрос. Это полезно, если вы хотите хранить как почему-то только уникальные значения. Он вставляет цифру. Индекс всегда будет последним. Он всегда в конец будет вставлять. Индекс не надо указывать. Надо указывать только значение, которое мы хотим поставить. Ну, так разные значения в инсерте петли, и он будет 4 вообще. Ну, так если ты в get поставил другой индекс, то он взял, вывел то, что будет под этим индексом. А он вывел не то, что под этим индексом, и не то, что... Если ты в insert и в get ставишь разные индексы, то, естественно, будет разные числа. А как он вычисляет? Ну, такого числа вообще он нигде нет. Значит, он 0 должен был вывести. А? Я сейчас попробую добавить просто с помощью add какую-нибудь чиселку, ну, скажем, 12. И если вы заметили, то add еще возвращает integer. То есть у него справа тоже есть integer. И это число — это индекс, который он сделает. То есть если я сейчас запущу, то индекс будет 5. Потому что он создал этот элемент под индексом 5, и он об этом сообщает. Это просто информация о том, под каким индексом создается переменная. Вот. Add unique. Что я хочу показать, это я сейчас попробую добавить элемент, который у меня уже существует, например, пятерку. И add unique напишет минус 1. Это значит, что он не создал элемент, что он создал под индексом минус 1, который не существует. То есть вы просто можете проверять, что если у вас add unique вернул минус 1, то значит элемент был не был добавлен. Окей. В общем случае основные операции — это get и add. Я пока оставлю их. Также у вас есть две переменные, которые хранят информацию о вашем массиве. Это length — количество элементов в массиве. То есть в моем случае длина — это 5, потому что у меня элементы от 0 до 4 — 5. И еще один, который, по сути, это тавтология, это last index. В моем случае это 4, потому что последний индекс моего массива 4. И есть такая забавная штука, что last index — это просто длина минус 1, потому что у нас нумерация с нуля. И они просто ввели эту ноду, видимо, чтобы не делать каждый раз length минус 1, они просто ввели ноду last index. Обычно так не делают. Окей. Это, я думаю, все относительно логично. Теперь самое последнее, что я вам покажу про массивы на сегодня, это for each. Есть такой макрос, на самом деле, это не совсем нода, который называется for each loop. Что он делает? Давайте разберем вот на этом примере с четырьмя циферками. 0, 1, 2, 3. For each loop. Мы ему указываем массив, который мы хотим обработать. Что он сделает? Он пройдет по каждому элементу, то есть в этом случае 3, 2, 1, 5, и для каждого из них вызовет какой-то код, который указан в loop body. То есть сейчас этот код будет просто print string, но он сейчас, по идее, должен 5 раз мне написать hello, потому что в моем массиве 5 элементов,
И вот у меня 5 раз написано hello. Теперь что лежит в array element и в array index? Он возвращает вот эту пару. То есть он вернет индекс 0 значение 3, индекс 1 значение 2, индекс 2 значение 1, индекс 3 значение 5. Индекс значение. То есть он пройдет for each, и для каждого раза, для каждого loop body он будет возвращать вот такую пару, индекс значения. Без брейка. Просто for each. Вот. Чтобы это подтвердить, сейчас мы сделаем append, но вся суть в том, что он просто идет по каждому элементу массива. Вот. 4 раза, в моем случае 5 раз. Для чего это нужно? Ну, например, вам... Смотрите, в инвентаре, в играх, например, можно делать сортировку. Вы можете отсортировать по возрастанию цены, например. Ты с помощью вот такого for each проходишь по всем элементам и находишь самый дорогой из них, чтобы поставить его первым. Потом делаешь так еще раз, находишь еще менее дорогой. Чуть, ну, следующий по цене. Нет, для этого есть структура, о которых я уже сказал. То есть у нас будет структура, в которой есть много-много переменных, которые все, и у нас будет один массив, состоящий из этих структур. То есть в структуре будет и цена, и вес, и все прочее. Да, наверное, мы сделаем матрицу, но, скорее всего, в одномерном массиве. Посмотрим. Я не верю, мне кажется, в одномерном массиве проще понять, как делать двумерный. Пока мы не будем создавать структур на этой паре, просто пока вас уведомил, что они существуют. И что я сейчас сделаю, это просто выведу вот эти пары. То есть я для каждого элемента сейчас напишу индекс равно arrayIndex точка с запятой value равно arrayElement. И теперь он просто напишет, что индексы 4, 3, 2, 1, сейчас printstring подольше сделаю, 20 секунд. Он напишет 4, 3, 2, 1, 0, 48, 23, минус 2, 17, 5. То есть он просто для каждого элемента вызвал этот printstring. Окей, понятно, как for each работает? Да.